Так. Здрасте. Здрасте, господа. Деда, короче, присутствует в наличии. Блять, солнце ебаное. Вот, короче, мы тут с кикером присутствуем вместе. Да, вот. Понял, вот. Ловим, короче, рыбку вот на удочку. Такая хуйня. Я понял, что пруфы, короче, это такая хуйня, что типа, блять, потом придешь, скажешь, я 500 рыбов поймал, и никто тебе не поверит. Поэтому, короче, кикером была разработана охуенная стратегия. Мы нашли тут ведерочко, значит, и это самое. Сюда их сгружаем, а потом. А, ну, в принципе, сейчас и выпустим, короче. Я думаю, что. Стой, подожди! Подожди, хватит, рано! Какой рано? Тут уже две брюхом кверху плавают. Они живые, все хорошо, не спят просто. Короче, смотря. Смотря. Не дохлый. Не. Да не может быть. Брыкается. Это брыкается, и это брыкается тоже. Нет. Да, все хорошо. Нет. У меня все хорошо, отстань. Это неправильно выпускать. Короче, ребятки, смотрите, я сейчас вас это выпущу. Это не лё, так, лё, как... нужно брать так, берёшь. Нет, не надо их ничего брать, блядь. Берешь так. Оп, смотри, оп. Не надо ничего брать, блядь. Надо просто вот это, хуяк с их, это, сравнять им воду, блядь. Вот. И они такие чик-чик, оп-оп-оп. Давайте, ребятки, все, вы свободны, можете идти домой. Я, Сань, ну отстань, блядь, от рыбы, отпусти! Я рыбу поймал, Сань. Отпусти, блядь! Отпусти рыбу, тварь! Убери руки, пусть плывет домой. Она и так, блядь, бедная, слабая, ей плохо, ты ее, сука, еще насилуешь. И этой тоже нормально. Сейчас она, смотри, оп, в себя придет. Ей жарко просто, дико, короче, в этой воде. Сейчас она придет в себя и поплывет. Отпусти. Так, а где вторая? А, там еще, смотри, еще мелкая есть, которая не поняла, что происходит. Да, блядь. Оп, все, пошла. Пошла домой. Да нет, никого там больше. Все, отстань. Такая вот хуйня, короче. Ну вот иди, все. Все, нет, они сейчас, отпусти, они сейчас, вон, видишь, она оп-оп-оп, оп, и в себя приходит вторая, видишь? Все, отпусти, пусть это, пусть... Оп, вообще ко дну пошла, Саня. Все, нормально, это значит нормально, вот это, скорее всего, мертвая, потому что она ко дну не идет. А эта ко дну идет, и все у нее хорошо, короче, значит. Что ты делаешь, блядь? Что ты делаешь? Отпусти рыбов! Спаривание, Саня! Отпусти, долбоёб! Спаривание! Ты идиот, блядь! Отпусти, нахуй! Пусть они домой плывут! О, оральное спаривание! Отпусти, блядь, придурок! Отпусти рыбов! Оральное спаривание! Саня! Ой, пошёл нахуй! 69! Сука, идиот, говна! Короче, вот такая вот хуйня. Ну, считать я не стал, типа, ну что, письками мерится, что ли? Неважно. Перед этим, короче, была еще одна, которую я поймал, отпустил, короче, да, мы ее не это, ну, после этого пришла мысль их собирать в ведро. Ну, что ты делаешь, блядь? Ну, теперь они точно уже не выживут. Блядь, пиздец, убил две рыбы полумертвых, нахуй. Они бы полежали, отошли бы, и все бы у них хорошо было. Ну что, жарко, нагрелась вода, это хуйня, короче, ебаная, сколлекционировать их, не буду так больше делать. Так вот, короче, одну мы... Его вот туда вот прям хуя, одну я сразу, первую, которую поймал, мы сразу выпустили, короче, вот минус она. И короче, еще одна выпрыгнула просто, блядь. Не просто так вот эту хуйню сверху положили, короче. А, тогда 10 рыбов на их было 3, короче, здесь это самое. И я четвертую, большая такая, пришла такая, здоровская. Они еще 2 съебались. И я ее сюда выпускаю, короче, и в это время вторая выпрыгивает нахуй оттуда просто, блядь, в неизвестном направлении, значит, отправляется к ебаной матери отсюда. Да, еще такая жесть была. Съебалась куда-то. А, еще одна съебалась вон туда. Рыба съебалась. Да, я еще водоросли разгребал, чтобы она уплыть нормально могла, не запуталась. Да. Так что, ну, червонец получается нормально. 12 рыбок. А, ну или 12. Ну, неважно, я не считаю. Я, короче, сейчас еще все-таки половлю, наверное, немножечко. Ну, так сразу пускаю. Короче, коллекционировать хуйня идея, они в теплой воде откидываются. Садок. Как выяснилось. Вот. Так что такая вот хуйня. Бар.